В Красноярске уже в конце лета заработает новый детсад в Солнечном на 60 лет СССР. Его переделали из начальной школы. И еще одно помещение удалось заполучить городским властям для детсада. Это здание детской глазной больницы в Октябрьском районе. Сегодня туда отправились экскурсии его губернатора Виктор Толоконский и мэр Эдхам Акбулатов. Это типовое здание детского сада, но когда-то досталось детской краевой офтальмологической больнице. Сегодня власти решили не мелочиться, здание отремонтировать и расширить. В планах еще один этаж и отдельное одноэтажное здание. Территория позволяет. После реконструкции вместо 150 детишек в сад в Октябрьском районе смогут пойти ровно вдвое больше. К тому же обустройство бывшей глазной больницы обойдется дешевле, чем построить новый детсад. И место на одного ребенка выйдет не в 700 тысяч рублей, как в новостройке, а в 250 тысяч. В три раза дешевле, в самом центре города удобно, потому что даже если люди там не совсем из близлежащих домов, все-таки одно дело сюда приехать, другое дело вот в Солнечный, где мы сейчас были, туда из других микрорайонов труднее добираться, чем здесь. Здесь все-таки это концентрация очень многих транспортных потоков, магистралей. Поэтому мы здесь можем получить 320, может быть даже 340 мест. Власти говорят, весь персонал и технику больницы уже перевезли в краевой глазной центр. Туда теперь и будут ездить пациенты.